Здесь, в торговом центре «Пионер», открылась новогодняя ярмарка. До 28 декабря вы можете приобрести абсолютно любой подарок. Мыло, новогодние игрушки, конфеты и много-много другое. А самое главное – от ремесленников и мастеров Республики Бурятия. Для семьи, конечно, волшебник Дед Мороз. Который свой личный Дед Мороз, который он спешит с драконом. Мои изделия вот по росписи. Роспись по дереву. Роспись по дереву. Да, здесь у нас и детские игрушечки есть, различные. Вот погремушки. Угу. Такие вот. Есть свистулечки. Ищем для папы. Вот, пожалуйста, смотрите. С Новым годом. Это подставки. Вечный календарь. Республика Бурятия. Кому стоит подарить пряничный домик? Пряничные домики подойдут всем, и детям, и взрослым, а особенно тем, кто хочет в будущем приобрести квартиру, либо приобрели. Это тоже отличный повод подарка. Такие шапочки. Это кому можно с подарить? С разными мордочками. Они подходят и взрослым, и детям. Вот берут на любой возраст. Оба. Вот, шапочка для взрослых. Да, я автор, сама разработала, сама придумала, сама нарисовала. Игра «Бродилка. Путешествие по Бурятии» с нашими достопримечательностями. Вот здесь вот получается натуральные, эфирные масла и разные отдушки также добавляются. Также натуральный кокосовый воск без всяких добавлений, потому что если рассматривать уже обычный воск, то там много химии. Вначале может он гореть спокойно, так тихо, потом, допустим, один раз потушили, начали опять, если поджигать, он может трещать. А звук маленького, костра так будет тихо так, потрескивать. И вот из натуральной вишни, дерева. Используется. Куклы мои самодельные, куклы у меня шкатулками есть и в валенках, и в сапогах, глиняные. Вот это у меня кукла в Москве заняла первое место. Она тоже юрты называется, видите, бурятская, это войлок. Настоящий из баран, чистый прямо. Вот посмотрите, какой красивый. Это балерина на шаре. Все, вот каждая вот эта деталь по отдельности приклеенная. Как, кому можно мыло? Кому угодно. Коллегам, любимым, родителям, братьям, сестрам. В каждом кусочке частичка Байкала, немножко байкальской воды. Оно очень ароматное, кроме того, что ароматное, но еще очень качественное. Оно не сушит кожу, хорошо очищает. Надеемся на лучшее, что жители нашей республики все нас поддержат своим присутствием, мастеров-ремесленников. Мы весь год трудились для этого.